снова всем здравствуйте, друзья! Сегодня у нас среда, 20 марта 2024 года. Очень хорошо у нас в Англии сейчас, температура плюс 15. Хотя дни не очень солнечные, но тем не менее нет ветра, тепло и вполне себе даже нормально. Но я ведь обещала вам рассказать Продолжение нашего путешествия, нашего круиза на круизном лайнере Айона. И вот, друзья, я сделаю так. Я расскажу вам сегодня наиболее интересные моменты, которые здесь случились, произошли, о которых я, в общем-то, узнала, потому что иногда была даже сама непосредственной участницей. И мне кажется, что это будет интересно для вас послушать. И, может быть, даже вот по таким маленьким рассказикам мы с вами больше будем понимать вообще об англичанах, об их культуре, об их менталитете, об их привычках и вообще об их обычной жизни. Обычных, в общем-то, англичан. Но здесь, прежде всего, друзья, я хочу извиниться за свой голос. Наверное заметили, что голос у меня изменился, и, возможно, даже вы заметили, что он изменился еще и в моем прошлом видео, потому что я страшно заболела. То, что я говорю страшно заболела, это не преувеличение, я действительно заболела очень сильно. Едва только я вернулась в Англию из круиза, это было 3 марта, а 5 марта у меня немножко начало побаливать горло, я на это не очень обратила внимание, подумала, что может быть воды где-то холодной выпила из холодильника, что я, в общем-то, люблю делать. Ну и потом я слегла с дикой температурой, горло мое пошло вниз. Я имею в виду вот эта вот болезнь, она пошла вниз, и бронхит начался, страшный кашель, головная боль, у меня подскочило давление. И, в общем, я лежала, пять дней вообще не вставала. Поэтому вот э, только, наверное, сейчас, спустя больше двух недель, я начала себя чувствовать более-менее более-менее нормально. Но по голосу вы видите, что ничего еще не закончилось. Вообще, знаете, я не любитель рассказывать о болячках своих, но вот тема медицины английской, она меня волнует очень сильно. Да, в общем-то, как любого нормального человека. И я говорила, очень много рассказывала об английской медицине. И, наверное, может быть, если захотите, друзья, я расскажу вам, как я здесь лечилась в течение вот этих вот последних двух недель. Все подробно могу рассказать, как происходит в Англии это все, каким образом здесь можно покупать лекарства и какие именно лекарства. Но это будет в моем следующем видео, если вы захотите, друзья. Вы напишите об этом в своих комментариях. А я хочу вернуться на экран. У нас на экране Тенарифе, санта крус де Тенарифе. Вот это вот город на острове Тенарифе, в который мы прибыли после Мадейры. Вот, и вот я вам показываю набережную. Сзади вы видите наш лайнер Айона. Людей не очень много. Это территория еще порта, закрытая территория. Ну вот, в основном все люди как раз именно из лайнера идут на прогулку. Все наскучались за прогулками, насиделись на лайнере. И вот они все англичане с лайнера и пошли погулять по Санта-Крус де Тенарифе. Ну и мы, конечно же, тоже пошли погулять. Мой друг взял свою камеру шикарную, а я с мобильником тоже вот вам снимаю. Все это медленно, постепенно. У меня сзади за плечами рюкзачок, как обычно. Идем мы с ним. Только вышли в город на первой же самой улице. Идем, разговариваем неспешно. Народу не сказала бы, что уж очень много. И вдруг я слышу, кто-то, так знаете, по чуть-чуть подергивает меня сзади за рюкзак. Я уже наученная горьким опытом, потому что меня уже дважды обворовывали. Один раз меня в Венеции обворовали, на самой там центральной площади, забыла как она называется. А второй раз в той же самой Португалии меня обворовали. И я поворачиваюсь, сзади меня стоит мужчина, вернее, как он идет, так знаете, очень близко ко мне. В общем, карманный воришка, как вы понимаете, да? И он такой невозмутимый вид, куда-то вдаль у него устремленный взгляд, как будто он на меня не обращает внимания. Я снимаю рюкзак, смотрю, а рюкзак у меня уже расстегнут сверху. Ну и я, конечно же, начала тут ему говорить, вы что, вы что делаете? Это что такое? Ну, он, знаете, невозмутимо так потихонечку-потихонечку, -по я ничего, я ничего. Я говорю, я сейчас полицию вызову. И он сразу ретировался и побежал куда-то в другую сторону. Ну, и надо сказать, что друг мой вообще ничего не понял остановился такое недоумение, что я набросилась вдруг на мужчину. Вот. И когда я ему объяснила, что произошло, он даже сначала не поверил, говорит, да ну не может быть среди бела дня, прямо рядом с лайнером. Я говорю, ты представляешь, что происходит? Надо всех предупредить. Ну, и ему говорю, будь аккуратнее, у него, я говорю, где твой кошелек? Он говорит, а он у меня в кармане, вот здесь вот, э, впереди, в кармане боковом. Я сразу замечу, если что, я говорю, будь аккуратней, пожалуйста. Ну, вот, и мы так вот дальше погуляли, хотя уже прогулка наша была, конечно, испорчена этим таким случаем. Возвращаемся мы на корабль через несколько часов. Вечером, как обычно, мы идем в ресторан поужинать, и за общим столом, там, как обычно, было 8 человек, 4 пары. Завязался разговор, как понравился этот город Санта-Крус, как люди гуляли. Ну, и я обычно не очень люблю такие вещи рассказывать, а друг мой так говорит, вы представляете, вот так вот у нас получилось, мы только вышли, и вот Галину едва не обокрали. Она просто заметила случайно, что э, кто-то дергал за рюкзак и хотел что-то, ну, вытащить кошелек. И вдруг там пара, довольно пожилые, мужчина и женщина. И мужчина говорит, вы знаете, а ведь у меня портмоне украли. Вот да, я просто сижу. Мы все еще с женой в шоке и я не хотел говорить но уж раз вы сами начали эту тему то вот так вот получилось что я тоже пострадал ну и все тут загомонели зашумели расскажите как что случилось он говорит у меня портмоне было вообще в кармане брюк в боковом кармане и я к сожалению не вытащил оттуда основную часть денег в общем оказалось что у него в портмоне было триста евро и восемьсот фунтов как уж он умудрился все свои деньги взять с собой, абсолютно непонятно, потому что вы понимаете, что это огромные деньги. И вот у него этот кошелек благополучно вытащили. И говорит, что мы даже сразу не обратили внимания, а уже зашли там в какое-то кафе после долгой прогулки. Решили кофе попить, а оказалось, что расплачиваться-то и нечем. Вот так. Ну и начали тут все вспоминать англичане, что действительно такое происходит, что вот уже неоднократно говорили те, кто уже путешествовал, что в Испании, в Португалии очень много вот этих вот воришек карманных и нужно быть на чеку. Ну а здесь получилось, что расслабились англичане и еще оказалось, что на следующий день несколько раз в течение дня капитан предупреждал всех по громкой связи. Здесь есть такая связь громкая. И очень часто капитан рассказывает, где мы, что мы, какая погода за бортом. Очень любил капитан нашего лайнера поговорить. Вот. Ну и он, конечно же, сразу и сказал, что произошла такая неприятность что ему доложили несколько пар английских с нашего лайнера, были обворованы карманниками. И, в общем-то, потом, через каждое, наверное, несколько часов, все время по громкой связи предупреждали, будьте осторожны, пожалуйста, не берите с собой все деньги. Если вы выходите на берег, то смотрите по сторонам и не попадайтесь в руки мошенников. Вот так вот, друзья. Такое, знаете, довольно неприятное было впечатление от всего этого. Но второй случай, о котором я хочу вам сегодня рассказать, друзья, он немного, наверное, все-таки <позитивнее> попозитивнее, чем первый. Я, наверное, вам много раз уже показывала наши ужины в ресторане. Так вот, ужины в ресторане здесь тоже различались, отличались. Ресторанов на круизном лайнере было очень много. Практически на каждом этаже был ресторан. Где-то лучше, где-то хуже. Был ресторан индийской кухни, которую очень любят англичане. Был ресторан китайской кухни. Ну и обычные рестораны, там просто разные названия. Вот один из них я вам тоже показываю. Вы, наверное, тоже обратили внимание, что иногда мы сидим за столиком вдвоем, а иногда я вам показывала, что мы сидим за большим столом по 10 человек, по 8 человек. Вот такие вот огромные столы. Почему так происходит? Я вам сейчас объясню. Если вы хотите получить private столик на двоих то вы должны его заранее заказать и это будет еще дополнительная плата вам а если вы просто приходите вечером в один из ресторанов вы стоите очередь там обычно всегда была очередь и вам дают любое место за общим столом шея называется по-английски ну и большинство англичан предпочитали все-таки вот такой вот общий столик. Почему? Я уже вам объясняла. Потому что очень любят старички-англичане поговорить. Поговорить, в общем-то, ни о чем. Просто, просто такая, знаете, светская беседа непринужденная. Кто откуда, у кого какой акцент. Моему другу, так как он тоже англичанин, как вы понимаете, нравилось иногда посидеть за общим столом и вот так вот поболтать. И когда я пыталась возразить и объяснить ему, что мне как-то не очень хочется... Ну, я начинаю говорить, потому что мне задают вопросы, конечно же, те, кто со мной рядом сидят. Обязательно спросят, а вы откуда будете? И как только я начинаю отвечать, сразу же по моему произношению понятно, что я иностранка. Ну и, конечно же, сразу следующий вопрос. Откуда я? Понятно, что из Восточной Европы. Откуда именно? Ну и если я говорила, что я русская, то, конечно же сразу реакция была очень интересная. Чаще всего, конечно, вполне себе даже нормальная, адекватная реакция. Люди не задавали больше никаких вопросов. Или если спрашивали, то спрашивали, в какой части России я живу. И начинали говорить, что многие из них побывали в России когда-то давным-давно. И чаще всего, значит, побывали в Санкт-Петербурге. Так вот, надо отдать должное англичанам, они были очень корректны. И никогда не задавали лишних вопросов. Вы понимаете, о чем я говорю. Ну и мой друг, конечно, он всегда был на чеку. И если он слышал, что наша беседа куда-то заходила не туда, он тут же приходил мне на помощь. И вот, кстати, хочу вам рассказать тоже интересную очень такую историю. Но прежде всего нужно объяснить. Пояснить. Вы знаете, вот странным образом, мои зрители, русскоговорящие, которые живут там, в странах бывшего СССР, в частности в России, они очень нетерпимы к своим соплеменникам, которые переехали жить, вот как я, например, в Англию, да, и которые плохо знают английский язык. Столько критики, столько мне поучений ну и всего вот такого вот прочего. Так вот, я хочу заметить, что англичане никогда не заостряют на этом внимание, и если действительно даже у человека плохой английский язык, но человек пытается объясняться и говорить на английском языке, они всегда поддержат, они всегда очень доброжелательно относятся. И ну, вот эта фраза, которая, знаете, ее English much better than my Russian», это у них была самая основная фраза. То есть они пытаются подбодрить, поддержать человека. И всегда говорят, что да-да-да, мы все поняли, мы понимаем ваш английский, даже не беспокойтесь. Ну так вот, моя история. Чаще всего, когда я пыталась там поддерживать беседу, если меня спрашивали за столом о чем-то, то я, в общем-то, понимала что у меня спрашивают, и как-то такие фразы, знаете, общие. Здесь не какая-то такая уж слишком серьезная светская беседа велась за столом, а просто обычные общие вопросы. И всегда было все нормально. Но вот однажды со мной рядом уселась очень-очень пожилая англичанка, и она такая разговорчивая, она сразу, значит, наклонилась ко мне через несколько минут, и стала что-то такое у меня спрашивать, очень бойко и быстро спрашивает. Я опешила, потому что как я не прислушивалась и как я не пыталась понять, что именно она спрашивает, я вообще ни одного слова английского, ею произнесенного, не поняла. И, значит, она задала мне этот свой вопрос и ждет ответа, смотрит на меня. А я точно так же, вытаращив глаза, смотрю на нее и не знаю, что мне сказать вообще. Ну и тут, слава богу, как обычно, мне на помощь пришел мой друг. У него ушки на макушке. Он тут же встрял в наш разговор. И, значит, стал этой женщине там что-то объяснять, отвечать на ее вопросы. Я успокоилась немножко. Ну и потом, когда мы уже вернулись в каюту, значит, я говорю, слушай, со мной такое впервые. Я вообще не поняла, что говорила эта женщина. Он рассмеялся и говорит, да, ты знаешь, такое бывает. И довольно таки часто. И на самом деле, говорит, я тоже с трудом понимал ее акцент. Ну, потому что у них здесь, вот в Англии, точно так же, как и у нас в России, ну и, наверное, как и в других странах, свои диалекты. В каждом районе есть свои диалекты. Ну, наверное, о шотландских Шотландский язык, валийский язык, уэльский язык, вы, наверное, слышали, что настолько сильно отличаются. Вот, в частности, уэльский язык, он очень отличается от английского. Это просто другой язык. Но есть и диалекты такие, что даже сами англичане друг друга не понимают. Нам иностранцам очень трудно. Ухватить, что человек разговаривает на каком-то другом диалекте и на другом английском. Ну а они, конечно же, сразу понимают и даже, ну вот как, допустим, у нас отличают москвичей по говору, москвичи акают, да, вологодцы окают. Понимаете, о чем я говорю? Такая же история и здесь в Англии то же самое. Ну и мне, мой друг, чтобы меня поддержать, он рассказал тоже такую историю, которая с ним произошла однажды в пабе. Он говорит, много лет назад как-то пришел в паб один, и ко мне подсел такой разговорчивый тоже мужчина, англичанин, и он говорит, начал со мной говорить на каком-то таком тарабарном английском языке, что я вообще не понимал ни слова. Он говорит, но у меня не было такой поддержки, как у тебя есть. Говорит, мне приходилось самому. Так говорит, я что делал? я просто смотрел по выражению его лица и, и по его интонации. Если он говорил что-то и смеялся, то я, говорит, поддакивал и смеялся в ответ. А если он что-то такое говорил на супе в брови, так серьезно, то я тоже сделал серьезное лицо и говорил, да, 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 конечно, да, конечно, вот такая проблема. Но мы с ним похохотали, что действительно бывает вот такое. И нужно относиться терпимо, друзья. Хотела еще вам одну историю рассказать про про англичаны, про наши беседы за столом, но вы знаете, думаю, что уже, наверное, на сегодня хватит. Я благодарна всем, кто досмотрел мое видео до конца. Пожалуйста, задавайте ваши вопросы. Я, наверное, скоро сделаю видео ответы на вопросы. А на этом я с вами прощаюсь, друзья. Всего вам доброго. Берегите себя. Пока-пока.